Всем большой привет! И сегодня мы продолжим наш урок по рисованию листовки. Точнее, не урок, а просто наш такой квест небольшой. Итак, я, скажем так, нарисовала схематически, что же я все-таки хочу. И сейчас мы будем это потихонечку отрисовывать вектором, ну, насколько меня хватит сегодня. У меня сейчас полчаса из свободного времени, поэтому поехали. Итак, вверху у меня будет стекло, пластик, металл. Да, то есть это то, что... скажем так, ориентировочно, с чего мы начнем, да, именно сбор. Так, называться будет раздельный сбор мусора, да, то есть здесь какая-нибудь будет мини-текст вообще, об чем это все дело. Далее будет мини-карта, ну, я, по крайней мере, так придумала, да, или мне так кажется, что она здесь будет. Это и будет галочками как-нибудь отмечено, да, или знаком переработки, да, то, что как эко, или просто напишу эко, что здесь сбор именно... мусора, да, раздельного в этих местах. То есть, потому что по самому парку, да, очень много мусорок. Вот, именно вот в этих вот местах будет раздельно стоять. Вот, ну и дорогие гости. И здесь, собственно, будет текст, зачем, для чего и почему. Может, какая-нибудь инфографика также будет. Или что-нибудь, да, олицетворяющее, что это все-таки надо сделать. И спасибо. Вот, еще я тут себе сделала пометку, что так как это будет в Турции, да, то все должно быть на русском, турецком, английском языке, желательно. В общем и целом будет ориентировано на все-таки русских туристов, потому что их больше всего в этом месте. Но также ходят, да, и на английском, ну и для турецкого, собственно, народа обязательно должно быть на турецком. Вот, ну и, собственно, поехали, да, нам ничего не остается больше, как потихонечку начать все это дело отрисовывать. Честно говоря, я плохо как бы представляю пока месть, да, как и что из этого выйдет. Я имею в виду в плане, будет это вообще работать или не будет. Вот, но это такой момент, что, эх, была не была, да. Итак, я рисую сначала банку, металлическую банку. Кстати, все, что я буду сегодня рисовать, я буду загружать на сток. По сути, в ту же самую концепцию, да, эко, экосистема. Вот, поэтому постараюсь нарисовать более-менее красиво. Так, честно говоря, как банка у нас выглядит. Немножко снаружи, да, все-таки? Или прямо оставить? Ладно, пока оставим прямо. И вот эту нижнюю часть надо разрезать. Вуаля. Ничего не буду, наверное, на ней писать. Просто пускай будет она так. Сейчас все сделаем одной толщины. Подгоняем ровненько точки, чтобы они... не выделялись. Ну, это как бы не проблема. Потом, если мы, ну, когда мы разберем уже, да, лишние точки можно будет удалить. Сразу буду подписывать назначение. Так, надо, наверное... Это не то вышло. Металл. Я буду, ну, как бы стараться не максимально просто делать, а, ну, в любом случае просто, да, чтобы это больше смысла, меньше какого-то дизайна. Так, давайте выравнивание по ключевому объекту. Так, первое. Пусть немножко ниже. Второе у нас будет. Я уж извиняюсь, если я буду писать неправильно. Да, ну как-то, по-моему, так. Глаз у нас, как правило, бутылочка идет. Ну, как-нибудь вот так. Не знаю, так. Да. Так, где расположено? Вот оно.
Можно, конечно, нарисовать сейчас только одну сторону, потом ее как-то отзеркалить. Наверное, давайте так и сделаем. Ну, в общем, похоже, честно говоря, из-под пива она стала. Ну, просто в Турции такие, как это сказать, минералки есть. Ну да ладно. А, так. Вот это вот мы уберем. Все, что я от руки писала. И третье, это глаз, металл, пластик. Господи, как правильно пластик-то пишется. Напишем. Ну, все-таки вот так вот. Если что, потом исправим. Это, в общем-то, все равно для нас. Так, ну и, собственно, можно, наверное, тоже бутылку как-нибудь деформировать. Давайте отзеркалим, в общем, посмотрим, что у нас получилось. По-моему, как-то не так внизу у Кока-Колы, нет? По-моему, как-то... Давайте. Похоже на пластик? Ну, если прям не придираться, в общем-то, да, похоже. Так, теперь, в принципе, можно добавить каких-то, ну, маленьких таких деталей, да, например. Типа того. Снизу, чтобы дно было как-то. Так. Здесь тоже у нас, по идее, крышечка. Так, в металлической банке надо, наверное... Солируем, отрежем. Тут маленькую часть оставим. Так, ну допустим, да? Итак, вот у нас получилось. Делаем. Так, уберем в контуре. Вот сюда поставим куда-нибудь. Это, кстати, у нас будет такой черновой вариант, где мы будем, ну, пока что хранить все-все-все. Потом какое-нибудь другое место придумаем для хранения. Разбираем, чтобы оно уже как-то не деформировалось, в общем, никак. Итак, вот сюда вот вместо моих коряка-моряка ставим более-менее что-то приличное. Тоже не надо нам больше. Вот так вот. Так, здесь мы удаляем. Раз уж придумали, по задумке поставим разделение. Так, здесь надо написать раздельный сбор мусора. Будем пользоваться переводчиком, поэтому сначала напишем просто по-русски. Там беленьким. Пока ни фонды, ничего не буду подбирать, хотя, кстати, вот это вот, ну, красиво, мне нравится. Только вот здесь фонд не сработал. Можно сделать. Да что ты будешь делать? Так, на монтажную область. Ну и можно, чтобы между ними... было одинаковое расстояние сделать. Ставим один. Если нужно, можно 0,5 поставить, например. Ну да. Наверное, все-таки вот так, да, чтобы... Так как все-таки дело в Турции происходит. В общем, не знаю, какой язык поставить главный, но тем не менее потом тоже все это разберемся. Так, пластик, металл, стекло, раздельный сбор мусора,
Так, это что-то вообще у нас тут безобразное. А, давайте нарисуем ту самую мусорку, которая будет символизировать. И знаете, есть такие символы. Вниз нажимаю, да, вот. Та-та-та-та-та. Когда рисуется такая стрелочка. Ай, ничего не видно. Иди сюда. Десять, наверное, маловато. Так, вот так. Так. Куда оно исчезло? А где у меня обычный поворот? У меня немножко сбилась панель. Это я, представляете, только-только возвращаюсь. Какой кошмар. Так, вот зеркальный поворот. А где же обыкновенный поворот? Итак, в общем, я сделала панель управления и сделала основной. Она вообще пропала. Окно под инструментов включить основной. Подставляю сюда. В общем, осталось только нечто самое главное, наверное. Так, итак, выделяю свою стрелку. Здесь зажимаю и ставлю поворот. Зажимаю Alt. Ну и как-то, в общем, примерно вот так. И Ctrl-D повторить последнее действие. Получилось. Ну, такая история у нас получилась. Ставим, допустим, потолще. Так, мне кажется, я тут что-то немножечко... Только если саму стрелку сделать. Вот так вот, да, например. Ну, в общем, да, ну, как бы суть ясна, да, я думаю. Уже немного подправим руками. Конечно, можно все это вычислять с геометрической точностью, чтобы все было идеально. Ну, я, наверное, не из тех людей, которые... Ну, вот. И... Так, ну, давайте попробуем сделать, допустим, 3. Мне 2 нравится больше. Так, разбираем. Разбираем. Объединяем. Группируем. Так, теперь самое, наверное, интересное. Сделаем ящик другого цвета. Выровнять по ключевому объекту. Как-нибудь вот так вот. И мне сейчас надо... Ну-ка, давайте попробуем просто вырезать. Вот, просто вырезаем. Итак, подставляем. Ставим все беленькое. Итак, это наша мусорка, которая просто символизирует, где, собственно, у нас пункт. Приема. Нет. Хочу ее сделать пониже немножечко.
крышка должна быть больше, меньше, что-то я не знаю. Наверное, так пойдет. Совсем сделаем красиво. Что я делаю? Так вот. Вот. И это у нас будет... Группируем. Вот на вот эти вот вместо галочек ставим. Надо как-то оптимальный размер ей сделать. Ладно, так вот раз, два. И три. Да? Все, на сегодня я сейчас заканчиваю. Давайте вот это я вообще удалю. И поставлю как бы что-то вроде... Так, это то, что включено, да? А, нет, это то, что выключено. Как ее включить? А, вот оно есть. Вот. Так, ну и типа это у нас, значит, какой-нибудь такой, знаете, пунктирчик. Ну, что-то типа того. Можно даже сделать какие-то, не знаю, надо это, не надо. Мне кажется, не надо покамест. Так. Еще можно... она разрезать, ну так вот, да, в каком-то таком непонятном, скажем так. Это все выделим и поставим. Малюшки удаляем, они нам не нужны. Так, ну что-то типа того. Да, у первой еще можно поставить. Начало. Так, ну ладно, сделаем такую. Тоже 50. Вот, да, что-то типа того. И здесь напишем... Я не знаю, да, в общем, надо как-то это обозначить, как будто это начало, да, что-то типа того, ну, как бы, да. Так, здесь напишем, что это кафе, так, вот так вот, кафе. Так, а здесь у нас будет каньон.
Опять же, я не знаю, как правильно пишется, напишу, как слышится. Так и пишется у меня нынче. Каньоны надо какую-нибудь потом еще символику обозначить. О, я придумала, надо в кружочек поместить. Все, на сегодня время подошло к концу. Конечно, можно будет потом каньон прям нарисовать, ну как-нибудь, да? Там, например. Где этот инструмент? Да, это у нас что? Это у нас кафе. Так, это, я думаю, можно убрать. Так, гол, я даже не знаю, что там обозначить, какое там вообще начало. Ну, в общем, суть ясна, да, я думаю. Только мне кажется, вот здесь вот все-таки плохо видно, что это мусорка, да? И может быть, лучше просто вообще поставить вот такой вот значок. Ну, в общем, это мы уже посмотрим. Итак, можно где-нибудь вот тут себе в отдельной коллекции собирать. Ну, как бы все объекты, которые мы так или иначе нарисовали. Во. Так, раздельный сбор мусора, пластик, металл, стекло. Ну и как-нибудь, значит, пункты приема. А, или во, я придумала. А, можно либо... Объединим. Все лишнее удалим. Вот, ну, что-нибудь типа того. Ну, или что-то я как-то подумала про плюсик. Да. Не знаю. Ну, в общем, либо вот так. Да, как-нибудь. Ну, поменьше, конечно же. А, либо плюсик, да? Или вот так вот плюсиком сделать.
Ну, в общем, вот несколько вариантов, и посмотрим, какой из них больше подойдет. Пока сюда поставим оба варианта. Все. И на сегодня это все. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите в комментариях ваши идеи, как вы советуете, что вы советуете. А, наша эмблема, кстати, пропала. Я нечаянно удалила ее вместе со всем. Вот, поставим его обратно. Где-то он у нас здесь, наверное, будет стоять. Так, ну вот это оставим, да, мне кажется, это как бы... По крайней мере, в оригинале это было. Мы тоже оставим. Вот. Да? Пока мы на этом остановимся. Все, надеюсь, видео было полезным и интересным.